Здравствуйте, друзья! Я вернулся в том самом виде, в котором был раньше. И звук, и картинка, и свет. Все, как вы любите. Да, я, в общем, не об этом. Я о том, что вы очень много просили, что сделать с грудкой. Как ее замариновать, как запечь, что с ней сделать так, чтобы она была сочная и вкусная. Давайте тогда начнем сразу с грудки. Вкуснее всего будет, если вы берете грудку с кожей. Она, как правило, идет на кости. Вот тут такие хрящики, косточки, плечики. Вспоминаем мой ролик по разделке курицы. Снимаем грудку. Можно, конечно, запечь и с костями. Но довольно долго придется ее прогревать на низких температурах. Срезаем аккуратно с каркаса грудку. Сделаем две сегодня. Я уже делал, на канале есть ролик, в котором я делаю сочную грудку с помощью воды, температуры там и так далее. Но скептики отнеслись к нему скептически, как им свойственно, в общем. Там пытались объяснить, что что-то там не подходит по физике, химии и так далее. Давайте, сейчас сделаем совершенно по-другому. Другой вариант, потому что на самом деле очень много вариантов на свете существует. Оп, вот такая вот грудка. Сразу же уберите малое филе, чтобы оно не мешало. Все равно отвалится в процессе. Мы его отдельно пожарим. Знаете, как правило, при обжарке грудки оно же готовится быстрее в несколько раз. И пока, скажем, все остальное происходит, вы уже сможете попробовать, каково это на вкус. Так, значит, каркас, киль оставляйте и для бульона складывайте в пакетик, в морозилку и копите каркасы до той степени, пока у вас не закончится морозилка, а потом сразу же варите бульон. Для маринада идеальнее всего, я считаю, розмарин. Если совсем-совсем идеальнее, это свежий розмарин, но чаще всего, доступнее всего, попадается сухой. Поэтому давайте будем использовать сухой, доступные элементы. Такие элементы в любом магазине всегда есть розмарин. Причем удивительно, он не характерен для русской полосы, вообще для русской кухни и вообще для России не характерен розмарин. Но везде все производители специй его в огромном количестве продают. Значит, розмарина много не бывает. Лучше потом его стряхнуть. Но насытить куриную грудку нужно именно розмарином. Сколько здесь, наверное, 1,5 столовые ложки. Теперь обязательно соль. Соль по вкусу. Много не солите. Пару-тройку щепоток. Теперь соевый соус. Почему я сказал, много не солите. Соевого соуса 3-4 столовые ложки будет достаточно. Ну, то есть полейте просто, вот, чтобы он, знаете, прилип как бы визуально к куриной грудке. Черный перец. Черный перец обильно, он мелкий. Очень хорошо пристает к куриной грудке. Теперь чеснок. Можно сушеный, можно вареный, жареный. Но свежий, конечно, вместе со шкурками, если это молодой, как у меня. Сейчас уже наверняка я вижу, как строчит там 100 человек комментарий. А что это вы одну часть раздавили, а вторую не раздавили? Не знаю, так получилось. Значит, 6-7 зубчиков, 8 в зависимости от величины. Чем меньше зубчики, тем больше шапок из шкуры получается, помните? Каплю лимонного сока, друзья. У меня всегда остаются кусочки такие для чая, для всего прочего. Много не надо, буквально чуточку, знаете, одну чайную ложку лимонного сока для размягчения. Любая кислота размягчает, кто не хочет, не добавляет. Кто любит уксус, добавляют уксус. Теперь остался еще один ингредиент. Это масло. Масло чуточку там, пару столовых ложек. Оно также является размягчителем. Все повара маринуют обязательно с растительным маслом. Так. Перчатка. Чтобы руки были не маринованные. У меня здесь еще система фильтрации воды. Мне нужна вода здесь в маринаде. Потому что
мы все знаем, что куриная грудка сухая. И за время маринования, да, мы можем использовать маринад, скажем, вообще сухой. Соль, как рыбу солят. Соль, специи и все. А можем делать рассольный маринад. Вот рассольный маринад с водой. Он более интересную структуру создает внутри. Не говорите мне, что да, курица накачанная, там все перекачанное. Это к этому не относится совершенно. Как бы ее ни накачивали, это не дает ей сочности дополнительной. Все ругаются, что она сухая. Кстати, вот эта мобильная переносная система фильтрации воды, она приблизительно такая же, как и вот стоящая внизу у меня под раковиной. Сменного блока хватает на 500 литров. 500 литров. Дома я пользуюсь кранчиком. А на дачу или в гости, когда еду куда-нибудь пожить или, ну, к друзьям бывает просто пожить на недельку, я беру вот эту штуку с собой. Потому что на дачах часто скважина дает либо сильно высокий процент металлических вот этих вкраплений, что аж чайник становится рыжий, бывает такое, да? Вот эта штука все не требует кипячения, можно пить и кайфовать. Отфильтровала, говорит. В общем, смотрите, сколько надо налить воды. Нужно посмотреть, сколько здесь у нас маринада уже получилось. С учетом соевого соуса. Специи и пряности не считаем, потому что они у нас не влажные, а сухие. Значит, добавляем небольшое количество воды. Мы суп не варим. Пол стаканчика, 100-150 миллилитров. Посмотрите, какое состояние. Видите, жидкости не так много. Но при всем этом курица у нас находится в жидкости. И за пару часов маринования, если есть вакуум, ну, вакуум можно. Но обычно домашние вакуумные аппараты, которые просто сосут за копейки, они... Ничего смешного. Ты покупаешь вакуумный аппарат за копейки, блин, он... Вот так сосет, и если ты маринад будешь туда использовать, то он будет захлебываться и это самое. В ресторанах, конечно, камерные. Люди, кто побогаче и погламурнее, делают себе загородные дома большие. Я рекомендую всегда купить камерный вакуумник хороший. Там можно бэушку в районе 30 тысяч. Если есть бабло, то за соточку можно купить и самый настоящий новенький. Зато туда любые жидкости кладете... Вакуумируете и кайф. В вакууматоре, конечно, вы, если так вот с водичкой, он 50% водички заберет в себя внутрь. Будет вообще прям сочняк-сочняк. Все, на пару часов оставляем. Ну, кто как торопится, можно и через 15 минут, но лучше на 2. Как только прошло время, мы достаем, смотрим, как у нас тут пропитались грудки. Значит, можно сюда добавить какие-то красящие специи, куркуму или паприку, если вы хотите, чтобы поярче все это выглядело. Но я вам даю некую основу. Теперь две салфеточки, тут в несколько раз все это сложено. Нам нужно просушить. Мы же не можем жидкость прямо в масло, взорвется все. Ну, то есть брызг будет много и так далее. Поэтому грудку просушиваем, малое филе тоже. Появились у нас несколько филологов, которые следят за речью в каждом ролике. Сказал не так, написали не так, запятые не там расставили. Блин, ну тройка у меня была по русскому языку. Что теперь делать? Все, филешечку промокнули. Вы дома, когда будете, делайте все это быстро. У вас не столько времени будет, как я это делаю. Я же еще медленно объясняю все. Сковородку я взял стальную, тонкую, без дна там, без трехслойного. Просто тонкая стальная сковородка. Она быстро набирает температуру, и на ней очень удобно жарить. Я вот люблю очень это дело. Именно такие сковородочки. Что-то где-то да подгорит. Этого избежать нельзя. Если мы используем специи, пряности, то будет дымок. Все, лишний розмарин надо вот так вот салфеточкой, кисточкой чем-нибудь там стереть, смахнуть, чтобы, ну, лишнего не было. Все равно останется, ну... Масло ж масло, немножко. Духовку включите, чтобы согревалась она. Нам нужно прогревать грудку после жарки. Так, теперь будет немножко шумно. Будет шумно из сковородки, и шумно форточку открою. Значит, перво-наперво со стороны шкуры. Раз грудку. И вторую грудку два. Оп, масло шкварчит. Нам нужно обжарить.
Смотрите, грудка у меня довольно толстая, поэтому следим. По пару минут обжариваем, ну смотрим просто, что у нас там. Корочка образуется, образовалась. Переворачиваем на другую сторону. Видите, корочка образовалась, все, перевернули. Еще пару минут с этой стороны. Можно, кстати, малое филе уже закинуть. Опа. Ну все, только там с той стороны немножко, знаете, как бы это правильно показать-то. Ну вот, видите, до черноты не надо. И вот эту еще покажу. Румяное только появляется, видите, мясо сырое. Только румяненькое появилось. Все. Переносим грудку на противень. Малое филе можно перевернуть, слегка пожарить. Все слегка обжарили, сковородку выключайте. И она сама дойдет сейчас. Вот эти две совершенно очумелые части куриного бюста отправляем в духовку. Вот смотрите, что нам надо. Нам надо на верхний и нижний нагрев. Ставьте 160 градусов. Как же бы по времени-то правильно вас сориентировать? Тут все зависит еще от толщины грудки. Давайте так. Если грудка совсем тонкая и маленькая, обжарили, ставите на 160 градусов ровно 5 минут. Если грудка средняя, тогда 8. Если грудка вот как у меня такая прям мощная, ну, сами понимаете, четвертый размер там минимум, тогда ровно 10 минут, 160 градусов, ровно 10 минут. Если есть термощуп, у многих уже есть, втыкайте его туда, и до 75 градусов, но при 160, можно даже при 150. С термощупа можно вообще температуру опустить до 100 и прогревать медленно-медленно, пока не достигнете 75 градусов внутри. Вот тогда будет вообще самое идеальное. Время пропиликало. Вот смотрите. Первый признак того, что грудка внутри прогрелась, это вот этот сок. Видите, не масло вот это прозрачное, которое у нас стекло от жарки, да? А вот этот сок, который выделился у нас во время прогревания. Теперь для того, чтобы вы не потеряли весь сок, надо дать ему отдохнуть, ну хотя бы минут 7-10. Я понимаю, что запах на кухне будет такой, что не втерпешь охота и нарезать все это горячим. Но вот для этого как раз и есть малое филе. Для того, чтобы дать возможность грудкам чуть-чуть полежать. Оно тут пока на сковородке лежало, оно у меня уже почти остыло там за эти. Я поставил на 10 минут ровно. Значит, давайте посмотрим, что у нас тут. Дожарил я его, не дожарил. Над малым филе можно издеваться как захотите. Давайте вдоль посмотрим. Оно пока на сковородке лежало, смотрите, оно идеально белое, оно идеально прожаренное и при всем при этом очень сочное. Я не знаю, видно на камере, не видно? Смотрите, оно просто вообще совершенно шикарное. Нет никаких кровяных телец, тут ничего. Как проверить, когда вот вы сомневаетесь, например, приготовилось оно или не приготовилось, или еще сыровато. Вот некоторые говорят, я люблю, чтобы оно было в дрова ужаренное, вот я тогда верю, что оно уже прожаренное. Сальмонеллез. Вероятность схватить сальмонеллез, ну, это либо тогда вообще нужно пренебрегать всем, но если вы не пренебрегаете, а следите за вот этими всеми движениями, то 1 к 20 тысячам вариантов того, что можете заболеть, да? У сырого мяса всегда структура тянется. Как только белок свернулся весь, оно рвется. Посмотрите, оно не тянется. Оно стало хрупким. Все волокна разваливаются. То есть все разваливается, видите? Все тянется на нитки. Оно рыхлое стало, но при всем при этом оно сочное. Когда вы отправите его... Много названий вот этого... Вот этой черной дыры... куда каждый божий день нужно что-то закидывать. Топка. Когда вы отправляете в топку, понимаете, да, она полностью приготовилась. Настал тот момент.
Вот смотрите, в чем глобальная идея. Нужно поймать момент, когда у вас выделилось немного сока. Если под ним лужа, это значит, вы передержали. Современную курицу кормят так, что у нее вот эти вот волокна, накачивай их, не накачивай, заливай в маринады, еще что-то, оно все будет выходить при нагревании. Поэтому нужно очень аккуратно греть дольше, температуру ниже, да? Давайте посмотрим. Я уже могу спокойненько держать руками, это означает, что она теплая, но беленькая внутри. Сочная. Куриная грудка, та, о которой мечтает каждая хозяйка и ее, так сказать, хозяин. Значит, давайте попробуем. Попробуем, нажимаем. И что видим? И капельки сока полились на доску. Видите, какая она сочная? Хорошо, если еще не убедил. Если не убедил, давайте резать дальше. Посмотрим. Скажете, ну да, с тонкой части ты нарезал. Мол, типа, а дальше что? А дальше сок, красота. Вот она. Вот дальше вам. Совершенно белая, полностью прожаренная, прогретая грудка. Самое главное, что это просто безумно вкусно, потому что как только вы научитесь готовить сочную грудку вот такими простыми движениями, вы станете королевой кухни, богиней куриной грудки. Вот оно. Счастье, друзья. Можно больше ничего не говорить. Пуговка, ну тебе нельзя такую грудку. К нарезке даже Алиса подоспела. Алиса, я понимаю, тут розмарин, соевый соус, нельзя тебе. Вот будет она полностью постная, тогда можно. Но хочется, да? Простите, Алиса. Да. Все, я с вами прощаюсь. Хочу сказать, что у каждого из вас так получится. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Не экспериментируйте, а повторяйте за мной. Руки, ну да, 3-4. И у вас будет стол еще лучше, чем был до этого. Пока.